единственный был случай, когда я узнала, сколько стоит вот этот турмалин Парайба с бриллиантами. Подарил один мой поклонник, тоже за улыбку, можно сказать. Я даже никому не стала говорить, вот, у меня новое колечко. А я держала букет белых роз, и просто журналисты увидели. И на следующий день там статья в каком-то издании, что типа вот Волочковое колечко за 60 миллионов рублей. Я говорю, сколько? Я не поленилась, я пошла в магазин ювелирный и посмотрела, сколько стоит в три раза меньше камушек. И действительно, 25 миллионов рублей.